Бэтмен. Я, наверное, буду мало говорить. Будет слышно просто птичек всяких. Намечался у нас сегодня чай. Первый в этот сезон. Дачный. Но не случилось. Оказывается, соседка мелкая приезжала на 2 дня. Но так сидела тихо, как мышка, что ее никто не видел. Ну, в смысле, я даже не знала, что она приезжала. Что это, блин, такое странное? Что это? Камень, не камень. Блин, я уж думала, это кошка моя. Потом думаю, кошка же моя дома. Потом я подумала, что это другая кошка. А потом я поняла, что это земля. Свежие следы от машины. А, точно, сегодня же сосед ездил тут. Как раз увозил мелкую соседку. Тут он кусок доски, всякий бирюзом, не пойми что. А когда сидишь, смотришь из окна или с гамака, кажется, будто вон в том месте, где палец, кто-то сидит, типа кошка какая. Но это не кошка. Я сейчас специально говорю слегка потише. Не помню, как тут сделать другой режим. Но сейчас, может, попробую. Короче, хрен знает как. Машина проехала в районе круговой. Вот так. Это не горизонт заварился. Это я джойстиком кручу. О, ноготь мой увиделся. О, и меня увиделся. Ну, пошли обратно. Слава Супрастину и Кайлашу. Лицо мое, по ходу дела, все-таки не опухло.
Ух ты. Так конкретно. Как ежик в тумане почти. Но тут-то не очень передается сейчас. Я слегка не тот режим поставила. Не улавливается. Но вот так вот идешь вглубь тумана. Ну, правда, он еще не настолько сильный, но ближе так становится. Вот там эти облака прям горы-горы такие. Вот реально же как горы. Вон то слева по борту. Чем не динозавр? Зачем-то бегущий. Это какой-то фиговиной. Мне очень нравится этот вид. Я сейчас его, наверное, сфоткаю. Так и сфоткала. Была я как-то в Абхазии, и там были горы. Я бы съездила на какой-нибудь россиянский юг, где есть горы. Будь у меня какая-нибудь компания. Просто у меня сейчас этот облака ассоциируются именно с этими горами. Даже такие снежные горы. Все-таки видно туман-то. Он так ближе подходит. Я хочу сейчас в телегу выложить кадр, который я тут фоткала. Он тут закатик небольшой. И в WhatsApp заодно сообщение послать. Потому сейчас пойду туда, где иногда бывает 4G. Что-то в этот раз в том месте, где раньше было 4G, его нету. Немного потемнее сделала. Но по ходу дела перетемнило. Он сейчас показывает, но это темнее, чем есть. Тоже с цветами поигрался. Я так и оставлю на склейке просто. Просто сейчас вот тут очень красивый кадр. А я забыла, как выйти режим, чтобы он вылавливал это самое. Ну, вот где-то примерно так. Методом проб и ошибок. Давайте позалипаем на эти облака. Прям вблизи-вблизи. Ладно,
позалипали, он тут еще ближе туман стал, и хватит меня, комары жрут. А тут, оказывается, куда-то девался спрей от комаров. Привет, скажем так, если забыла сказать вначале, и пока.